Итак, народ, всем привет! Сегодня решил записать легкую статью, связанную с телескопическими ящиками для кухни. Вот, как видите, у меня есть вот такие вот ящики на телескопических планочках. Вот, или как их называют, еще телескопические крепления для ящиков. Вот, если раньше были направляющие на колесиках, их снять было в принципе легко и просто. Просто поднял ящик и вытащил его. Эти же ящики не так просто снять, и многие не знают тупо, как их снять. А для чего их нужно снимать? Во-первых, для того, чтобы заменить эти самые телескопички, они иногда ломаются. А иногда бывает вот такая вот фигня, то есть у нас... Во втором ящике хранятся пакеты, ну, всякие там из супермаркетов. И они бывают, что заваливаются и проваливаются внутрь. И вот видите, так как ящики, то есть пакеты завалились за ящик, ящик нижний не закрывается. То есть желательно снять там третий или второй ящик и вытащить оттуда все эти пакеты. Ну, я третий ящик снимать не буду, потому как он у меня тяжелый, там у нас лежат всякие бытовые приборчики. А второй ящик у меня легкий, его снять как бы удобнее будет, и потом я вытащу оттуда все эти пакеты. Итак, ребят, снять в принципе не так уж и сложно. Вся проблема таится... Здесь вот в этих усиках, вот его, наверное, можно видеть, вот он, этот усик, его нужно опустить вниз, то есть вот так вот его опускаем, твердочкой видно, да, и потихонечку вытаскиваем ящик, вытаскиваем, оп, и он вышел, видно, вот здесь вот вышел. С той стороны шкафа точно так же надо сделать. Я туда не полезу, но я уже делал. И он у меня точно так же там выходит, этот усик. Просто здесь не очень удобно вам заснять. Сейчас вот постараюсь. Вот видно, он здесь вот есть. Что делаем дальше? Дальше, в принципе, все элементарно и просто. Просто берем, пускаем этот усик. И вытаскиваем. Вот видите, с этой стороны уже вышло у меня. Она практически вот выходит. С той стороны еще не вышел. Давайте я с той стороны тоже опущу. Вообще нужно делать синхронно. Сейчас вот секунду. Подождите, я это сделаю и продолжу. Ну что, ребят, вот. Опустил этот усик, и вот так вот наш ящик выходит, то есть без особых проблем. С той и с этой стороны теперь можно аккуратненько его снять. Сейчас постараюсь снять. Так, ну вот, снял, в общем, этот ящик. Как можете видеть, вот сама эта направляющая. И вот направляющие для ящика. Вот они. На подшипничках. И так далее. Сейчас я вытащу лишние пакеты. Вон там их можно видеть, видите, всякие губки там, блин, чего только нету. Сейчас я оттуда все вытащу это дело и вставлю обратно ящик. Так, ребят, заключительная часть. Обратно я одел этот ящик. Теперь нам нужно просто его защелкнуть. То есть... Вот как видно, у нас управляющая зашла в кожух. Оп, просто нужно затянуть до щелчка с этой стороны.
Ну и, соответственно, с этой стороны. Таким вот образом они у нас заходят. Как видно, все работает. Здесь вот подправить еще маленько нужно. Здесь не очень хорошо зашел. Теперь вот все зашел. Итак, ну вот, все сделали. Ящики я ставил. Как видите, все ходит и работает нормально. Нижний ящик тоже закрывается нормально. То есть проблем сейчас с ящиками нет. Вот так вот легко и просто снять ящик. То есть ничего сложного. Просто нужно отогнуть вот этот вот язычок вниз. Вот эти вот язычки с этой стороны и с той стороны, с другой. И потянуть ящик на себя. Вот, ящик реально выходит. Вот. Что хочется отметить. На некоторых моделях бывает, что с этой стороны нужно вниз тянуть. А с той стороны нужно, наоборот, лепесточек поднимать чуть-чуть вверх. То есть, один вниз, другой вверх. И таким образом ящик также выходит. То есть, в принципе, ничего сложного нету в этом. На этом все. Вот такая вот легкая статья. Думаю, она вам будет полезной. Потому как сейчас на мебели ставятся в основном такие телескопические направляющие. На этом все. Читайте наш строительный сайт. Пока.